Константин Уткин пишет: в эфире «Дождя» Алексей Навальный заявил, что его кумир – это Путин первого срока президентства, так он осуществлял эффективную экономическую политику. Прокомментируйте это его высказывание. Константин, Алексей Анатольевич Навальный – никакой экономист. Он безграмотен как экономист. Путин первого срока осуществлял перераспределение государственных бизнес-активов ближним людям, людям кооператива «Озеро». Все те масштабные преступления формирования корпоративного государства, которое создано при Путине, они уходят корнями в начало нулевых годов. Если Алексей Навальный не понимает, что весь первый срок Путина был посвящен перераспределению собственности, которая в тот момент находилась в России, и считает, что это была правильная политика, ну печально. Иван Иванович спрашивает, читал ли я программу Навального, как отношусь к экономической и политической программе. Нет, Алексей Анатольевич, программы. Есть лозунги, есть девизы, есть тезисы. Это не программа. Могу сказать, что там нет ничего плохого, но там нет того, что можно назвать программой. Иван Иванович спрашивает, какая же программа у партии «Прогресс». Иван Иванович, нет партии «Прогресс», ее не существует. Поэтому этой партии нет и не может быть никакой программы. Такой политической организации в нашей стране нет. Не испытывайте, пожалуйста, иллюзий. Ее нет. Есть команда Алексея Навального, работающая в фонде борьбы с коррупцией. Это и есть команда Алексея Навального. Политическая партия – это федеральные структуры, это региональные структуры, это местные структуры, это партия. Партия «Прогресса» не существует, ее отказались зарегистрировать. Иван Иванович снова пишет. Понятная программа у Навального по экономике, понижение налогов и так далее. Иван Иванович, почитайте хорошие экономические программы, которые прописывают действия правительства того или иного государства в случае избрания в той или иной экономической сфере. И вы поймете, что то, что у Алексея Навального, это лозунги, девизы и тезисы. Это не программа. Программа – это как вести политику в межбюджетных отношениях между федерацией, субъектами федерации и муниципалитетами двух уровней. Вот как выстраивать межбюджетные отношения. Как выстраивать политику заемных средств из федерального бюджета. Это программа. Как распределять долю налогов между четырьмя уровнями бюджетов. Это программа. Как вести банковскую политику. Как вести курс национальной валюты. И много что другое. Программа – это перечень профессиональных действий по управлению государством. В экономике, социальной сфере и политике. Как обеспечивать финансирование бюджетной сферы. Что делать с нормативно-подушевым финансированием бюджетной сферы. Что делать с расчетом заработной платы? Как поступать с МРОТ? Как поступать со стимулирующими выплатами в бюджетной сфере? И много чем другим. Поэтому могу вам сказать, у Алексея Анатольевича Навального программы нет.